Всем привет и добро пожаловать на канал. Продолжаем играть Forza Horizon 5. Что ж, давайте посмотрим, какие у нас приключения открылись. У нас есть тут экспедиция в Тулум. Давайте посмотрим, что это такое. Я так понимаю, это компания. Как раз таки то, что мы открыли в предыдущий раз. Вот новый фестиваль. И как раз надо будет его проходить, чтобы открылись дополнительные там сессии, я так понимаю, какие-то есть. И так. Поехали сразу по грави, нафиг нам дорога. 5 километров осталось. Ой, дерево, дерево, дерево. Уходим от дерева. Все, ушли. Мы спасены. Кенгуру, он как всегда. Блин, дерево, дерево. Ой, чуть-чуть врезались. Приехали. Странно, по пути ничего не открыл. А, стоять, стоять. Fast travel. 5 из 50, блин. Еще много искать нам придется. И вообще всего самое 250. Получим очко за технику. Давай, плевай, потом посмотрим. Разыграем их. Ух, офигеть, полет. И? Поехали. Одиночество заиграем, да? Двигается буря. Ух. Интересно, что за буря? Опять в пустыне поедем? Так, самолетик. И это наш друг. Вопрос. Нет, похоже, мы не будем с ним гонять. Погода не испортилась. Да тут вроде бы как она и портится. Солнышко светит. Ладно, просто хотя бы покатаемся. Разбиваем заборчики и деревца. Следуй по маршруту и езжай навстречу буре. Теперь понятно, почему так называется. Я так понимаю... А, вот видите, гром-молния. Я так понимаю, мы как раз едем туда, где будет и дождь. И все остальное. Блин, как он еще не разбился на таком драндулете-то, а? В смысле, он разбился на земле-то? Как там быстро приземлился? Там, если где-то приземлиться, если аэропорт, мне казалось, то, что аэропорт на другой стороне. Пункт назначения. А, вон, видите, стреляет. А раскопки... А, понятно, мы приехали, пирамиды. И что, здесь будет у нас фестиваль? Ради маяк? Интересно, зачем? Не буду мешать тебе исследовать деревню Мазомерку. Ух ты, ёпрасты. Это что-то с чем-то здесь. И что мы должны сделать? Найдите подходящее место для радиомаяка. Маяка, сфотографируйте нефритовую статую, доберитесь до верха, центральной части руин. Найдите место приземления Армира и сфотографируйте за ту статую. Нефритую и золотую. Интересно.
Блин, серьезно? Радиомаяк есть? Установить. На, понятно, есть такие ролики у нас. Первая задача есть. Здесь можно даже не спешить. Так, нам надо подняться наверх. А, вот, смотрите. Здесь кто у нас? Армира? Приземлился? Нет? А, 3000. Доберитесь до самого верху. Есть. Кстати, да, надо было бы, наверное, по дороге ехать. Чтобы я не пропустил все эти награды. Так. А. Так, сделать фото. Есть? Фотка, конечно, бога, но мы плевать. Нам не это главное. Нам главное гонки. Гонки, которых здесь, блин, нет. Выйти из фоторежима, да. Теперь надо еще сбегать. Сбегать, точнее, съездить еще к одной точке. Так, найдите место приземления Рамира. Нам надо еще одну точку сфоткать, я так понимаю. Да блин, что ты жалуешься? Ну выехал я за территорию. Вот надо жаловаться ему. О, вот наша. Сделайте фотку золотой статуи. Есть. И погнали теперь к самолету. Весьма странные, конечно, гонки. Ну, знакомят нас с игрой, продолжают. Чувак, как ты здесь приземлился? Побережье? Это не дождь. Да ладно. Взял машину, разбил. Бока бури. Серьезно? Да ладно, она целая? Серьезно? Рано, вроде как дождь, буря, снег. О, снег и дождь, но при этом ничего я не ощущаю, типа опасности каких-то. Ой, молния ударяя рядышком. Ну, ладно, не страшно. Ай-яй-яй-яй-яй. Езжай в болото через болото. А, в объезд через болото. Faster,
Блин, скучно, конечно, когда нет гонщиков. Хоть какой-то был бы ивент, а так по катушке. Да, берись до Тулума. Я так понимаю, это будет конечная точка. Финиш. Загляните под каждый камень. Новое достижение. Идеальное место? Интересно, нам этот домик дадут или нет? Эти места... Так, ну, много-много задач мы выполнили. Так, давайте пропустим. 6000 очков и монобэк. Круто, эпическая машина новая. Супер братья крушители, обычные ограничения. А, это нам какие-то эмоции дали. Управляя легендой. Улыбочку. Даже Рамир не помешал. Да, он пытался. Horizon Apex. Welcome to Horizon Apex. Ready for my road racing program? Давай, показывай. Что за программы? Какие гоночки нам дадут? Точнее, в каких гонках мы можем участвовать? Вот самое интересное. Here are the events I've set up so far. This is what I've been waiting for, my friend. Now I get to see what you can really do. И вот они, наши новые гонки. Так, это на что? А, фортпост. Получено знаков признания 7021. Понятно. Ладно, пойдем, поехали дальше. Ну что ж, подъехали мы к экспедиции в джунгли. Давайте посмотрим, что нам здесь будет. Куда мы подъедем в следующий раз? Ну, я так понимаю, мы поедем в джунгли. Hola, my friend. Are you ready to get going? Sir Rami, you said something about a big... Нам дали джип. На этот раз Рамира едет вместе со мной в машине, а не едет на каком-то, точнее, летит на каком-то самолете. Было прикольно, если там на вертолете что ли полетел. Ну а что даже этот? Джунгли. Как до джунглей можно доехать, кроме как самолета? Ой, горочка. Я даже знаю, куда мы едем. Вниз. Вниз, ну если смотреть по карте. Давай, давай, давай. Дотянешь. Летим! Пункт назначения. Даже 200 метров не набрал, слабак. Бигкэт? Большая кошка? А почему бигкэт? Затем я пересек, я просто... К сожалению, я не успеваю читать, что они тут болтают, потому что надо следить за дорогой. Мне бы еще ремень безопасности, чтобы не разбиться. Это, блин, а деревья? Деревья? Так, тихо. Тихо, дерево. Дерево, блин, я сказал дерево. Классные покатушки. Там. Полчасика. О, мы приехали. И это у нас аэропорт, точно. Знаменитый аэропорт, где все фармят деньги. Когда-нибудь я вам сниму, как я здесь фармлю деньги. Ну, это будет еще не скоро. А может быть и скоро. Кто узнает. Итак, что там первое? Что за говно? А-а-а. Я должен разбить вот эти штуки. Новые слухи о раритете. А что здесь?
Найдите бортовой самописер мира, найдите летный самолет, найдите деньги, найдите летный шлем. Летный шлем? Серьезно? Как я это должен сделать? Летный шлем, понятно. Есть. Теперь. Поехали сюда. Здесь еще что-то должно идти, да? Вон, видите, звездочка. Да, конечно, классно на первой скорости гнать. А я думал, можно разбить. Но нет. Здесь прыгнуть надо, нет? Как мы-то заберемся? Есть контакт. Круто. Так, ладно, поехали на демаритет. Интересно, что нам там встретится? Раритет! Я знаю, ты здесь. Отвечай, где ты? Летики ничего нет. А что мы здесь должны найти? Найдите летный шлем, найдите деньги Рамира. А, это даже у нас не основная цель, это просто показано то, что там где-то раритет есть. Ну, с раритетами мы потом, наверное, разберемся. Хотя, если нам повезет, может быть, и здесь найдем. Прыгнул? Нет, не прыгнул. Окей, давайте побольше разгонимся. А, блин, серьезно. Да ладно, я промахнулся. О, кстати, 5000. Ладно, сейчас возьмем, все возьмем, все наше. Все, что хорошо, плохо лежит, все наше. Взял. О, смотрите, еще штучка валяется. Да, тут, конечно, мышка легче управлять, чем геймпадом. Так. Я имею в виду крутить именно по кругу. Так. Машина, вот она. Вот наш раритет первый. Ягуар? Открывай. Покажи, покажи. Давай, ты выйдешь из машины, нет? А, это баг такой. То есть нам не покажут, да? Finally, it's the X-15. Rápido y raro, and a long way from its native habitat. В Англии. Это, я так понимаю, отсылка к Форде 5, ой, 4. Интересно, сколько здесь чинит машину? Так, ну ладно. Самое главное. Так, восстанавливаться, когда все будет готово. Раритеты. Блин, у Атрикса уже 3 машины найдено. Ну и ладно. Так, поехали, заберем наши оставшиеся 100 очков.
Да. Я чувствую, опять провал будет у меня. А нет, поймал, отлично. Да всегда пожалуйста. Я так понимаю, самое главное не прилететь. Есть? Готово. Все, поехали на финиш. И мы теперь с ним будем гонять? Ай, блин. Надо было высадить. Все, пошел вон отсюда. Получится развернуть самую масштабную программную гонку по грунту за всю историю Horizont. Мы должны помочь ему. Ну да. Глубины нет. Джунгли. Так, и давай погнали. Куда поедем? Поезжай по бездорожью к реке. Чувак, почему так медленно? Давай, вперед. Давай за мной, но при этом ты встаешь. Интересно, кто за кем едет? Я тебе поддался, чувак. Жди, жди меня. Сейчас я подъеду к тебе. Твою... Блин, а я так надеялся, что я смогу прыгнуть. Где Ушмаль? Ты бы, чувак, что подождал. Я же думал, я заблудился. Метров. Блин, ну и река, конечно, чуть не утонул. Дровосек. Интересно, какие тут еще достижения можно получить? Хотя, интересно, а здесь есть вообще звери? Было бы прикольно, если бы они здесь пробегали. А, кстати, да, мы же видели фламинго. Ну, а, вот, фламинго. И думаю, когда же они появятся? Друг, где ты? А, вон ты где. Я тебя уже дождался здесь. Я первый. Пыш. Почти на месте? А, водопад. Прекрасное место. Так, 2000 опыта. И еще дали нам Пиджо. Так, чуть не посмотрел, какого года. А, хотя ладно, завершение экспедиции. Давайте посмотрим, что нам тут скажут. Идеальное место гона по грунту. Нифига он сразу построили. Быстро строят, однако. За секунду. А какой за секунду? Меньше, наверное, даже.
A little festival of my own where we celebrate all things dark. Интересно, кто такой Алекс? Я так понимаю, тот рыжий чувак, который стоял? I've started you off simple with a few events. И да, вот новые гонки. Drivers and fans have challenges to match. So, off you go and get dirty. Так. Ну хорошо, давайте тогда поехали дальше. Что у нас там на очереди? Итак, закончились у нас открытие сцен. То есть красную, фиолетовую и зеленую, к сожалению, пока нельзя открыть. Нам необходимо пройти какие-нибудь другие главы. Давайте посмотрим, что здесь можно открыть. Вотча, найдите и восстановите легендарную машину. Заслуживает больше признания и откройте еще одну главу приключений Горизонт. Блин, к сожалению, я так понимаю, здесь то же самое. Здесь у нас то же самое. Так, к сожалению, нам просто... А, доступны новинки, 0 штук. Окей. Давайте это посмотрим, что еще мы можем сделать. Игры фестиваля. Итак, у нас сейчас серия 1, фестиваль Горизонт начался. У нас есть 23 дня, чтобы все это сделать. Обновление, добро пожаловать в Мексику. Эксклюзивные эмоции, сезонные чемпионаты на игровых площадках без дождя совсем. Найти команду. Так, и пока у нас команда ищется, отправляемся в такую гонку. Итак, у нас две команды. Мы против зомби, против нас хилы. Интересно, что я должен сделать? Перерывы между раундами и командами. А что делать-то? Вы зомби, заражайте выживших. То есть я так понимаю, мы должны просто ударять противника. Хе, интересное испытание. Да, здесь, конечно, было бы логично именно командная игра, потому что, как видите, от нас уже один убегает. Оп, догнали его. Интересно, получится мне и что будет, если я его и тоже задену? Блин, серьезно? У меня через сколько очков, я так понимаю, 0. Последний выживший. И его догнали, я так понимаю, да? Нет? Я догоню тебя. Выживание. Понятно, то есть мы должны продержаться как можно дольше. Те, кто дольше продержится, тот и выиграл. Вот бред-то придумают. А где я? А вот где. 168 очков. Go, team survivor. Run, hide, help your team.
Выживание, финиш. И там интересно, сколько очков дают. Я так понимаю, мне по-любому 0 дадут. Я так никого не заразил. Победа. Краст. Все, победа. Все хорошо. Да, конечно, это бред, но самое главное — это победа. И самое интересное то, что здесь нет каких-то определенных очков. Зомби. Я так понимаю, с зомби мне больше очков дали, чем за выживание. Манный король. Что дальше делать? Так, я так понимаю, тут командный король, несколько королей, несколько ворон. А что здесь делать? Красная команда ваша, дави на газ и постарайтесь сохранить корону. Серьезно. У нас две короны. Ну, я так понимаю, это что-то типа такого же, только мы теперь не зомби. И мы должны, я так понимаю... Блин, если честно, я так не понял, в чем проблема. Ну, если я с короной, соответственно, я должен убежать от всех, кто за мной будет гнаться. Чего? А кто у меня корону перехватил? Рано. А нафига я останавливался? Оп, я король. Чувак, не гони за мной. Не надо, не надо. Так, я, кажется, уехал. Так, ну корона все еще на мне. А, максимальная скорость вторая. Ну блин, вставай быстрей. Да блин, так ушел от меня. Жесть. Почти-почти поймал. Да блин, сколько можно-то?
так и нашел цель. Давай, 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 чуть осталось. Есть. Поймал. Убегаем. Пока есть возможность. Пока скорость позволяет. 9.33. У нас осталось 20 секунд. И мы победим. А, 14 секунд. Все, финиш. Командный король. Смотри-ка, я даже несколько секунд продержался. Даже, в каком-то смысле, долго. Хотя, по сравнению с то, как я гонялся за противниками, это жесть. Время минута 44. Не самое плохое время, конечно. Третье место в команде. А мы победили? Королевский прием? Король, крестьянин, украденная корона, техника. Какие занимательные тут, конечно, конкурсы. Это жесть. Командная гонка с флагом. Так, и что мы здесь должны сделать? Как футбол, только на машинах. Вы почте, откуда и оборонять, а побежать команд, собрать больше флагов. И мы тут 4 на 4. Мне интересно, как долго будет продержаться вся эта фигня. Что я смотрю, количество людей у нас уменьшается. Красные два флага мы забрали. Точнее, команда забрала. Да, как это делается? Так, соответственно, мы должны... Айт. Так, потерян. Понятно. Два флага мы доставили. Один я здесь потерял флаг. Упс. Давай, давай, сейчас доедем. Блин, серьезно. Это фейл, на самом деле. Ну, на самом деле, это была логичная тактика, оборонять здесь эту точку, когда все прыгают. Ну ладно, мы больше так делать не будем. Забираем флаг. Так, это был наш, если я правильно понимаю. Да, максимальная скорость здесь третья. Оп. Первый флаг. Поехали за следующим. Это уже три флага доставил. Ну, если учесть то, что я два потерял, то вполне логично. Только 7 секунд осталось. Блин, чуть-чуть. Это бы он забрал. Получил бы очки. Хоть не дал ему очков. Теперь наша задача отбить. Красный флаг.
А, 5 заездов. Заезд 3 из 5. Соответственно, если мы в этом заезде побеждаем, то я так понимаю, мы должны выиграть. Давайте попробуем встать здесь. Да, мы чуть быстрее, чем он едет. Оп, и забрали. К7-1. Минус второй флаг. Скорее всего, мы его не догоним. Да. Давайте поедем на перехват другого флага. Двух других флагов, точнее. Блин, я не вижу. Черт, это фейл. Техника крах, я так понимаю, перехватили, да? Есть, задел. Отлично. Сколько осталось? 30 секунд. Так. Странно, неужели мне сосчитали только это, что я один флаг забрал? Блин, не перехватил. Но все равно, не успеют. Если правильно посчитал, у меня должно быть 3 флага засчитано. Очки 1. Странно, конечно. Ну, допустим, победа. Поражение синяя команда. И должно быть 3 конкурса с 5 мы победили. Все, красные побеждают. Бездарья совсем не то. Быстрый выход эмоций. Признание. Владение флагом. Погоня за каким-то там. 1000 очков. Почти 1500, точнее. Нет, все-таки будет у нас еще один конкурс, я так понимаю. А, нет, все. Automated Natural Navigation Assistant. I can help you explore Mexico and find fun things to do. Итак, Анна нам будет помогать в исследовании Мексики. Но я думаю, это уже не интересно будет. Хотя давайте посмотрим, что она скажет. Блин, а можно эту фигню отключить? Выберите, я использую Forza Link. Так, что ты хочешь? А. Да, вот видите, мы первую гонку завершили. Ну что ж, на этом можно будет заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел эту серию. Ну и до встречи, всем пока.